29 апреля представители комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды провели встречу с жителями многоквартирных домов. В работе собрания приняли участие первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, председатель комиссии, начальник управления коммунального хозяйства Арсланали Мустафаев, руководитель городского отдела исполкома партии «Единая Россия» Азиз Азизов, представители управляющих компаний, члены общественной палаты, а также местные средства массовой информации. Все хотелось бы, чтобы это реализовалось, и мы жили бы нормально, как в цивилизованных городах, как есть во многих городах России, очень красивые придомовые территории, чтобы у нас было так же. Мы надеемся на это. А потом наши жильцы уже будут поддерживать, конечно, порядок, мы к этому приложим все усилия. Мы жильцы этого дома, этих домов, в основном все исходит и зависит от нас. Встречи были проведены с жителями домов Грозненская 76, 76А, 78А и Б, Лесная 76, Маяковского 60 и Некрасова 69. В процессе диалога первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов обратил внимание на то, что в любое время каждый желающий житель города может ознакомиться с ходом работ, проектами и всей текущей документацией по реализации данного проекта. Сейчас проблема, чтобы в этом году эти деньги освоить нормально, чтобы мы могли это прозрачно делать, чтобы не получалось, а кто-то делает, никто не знает, вы не видите, вы должны понимать. У нас на сайте все это выложено, все фотографии, все картинки, что там делается, все, если вам не трудно, заходите на сайт городской администрации. На встрече жителям домов были представлены подготовленные дизайнерские проекты обустройства прилегающих дворов, детских площадок и других объектов. Представители комиссии провели разъяснительную работу, в ходе которой рассказали о преимуществах участия в формировании современной городской среды, планируемых работах, открытости и прозрачности программы. Со своей стороны, жители многоквартирных домов выразили признательность за предоставленную возможность встретиться и получить полную информацию по данному проекту. Председатель комиссии, начальник управления коммунального хозяйства Арсланали Мустафаев заверил жителей домов о том, что все сроки по обустройству дворов будут соблюдены, но при этом отметил, что необходимо пройти ряд процедур по отбору и составлению перечня объектов, которые будут обустроены в текущем году. Всего подали 24 дома, которые успели подали заявки, мы у них приняли. В первую очередь инженеры здесь поменяем, потом здесь по благоустройству они предлагают, чтобы сделали детскую площадку, здесь навесы для свадеб, для тазиатов, для такой, ну, так и не красочные будут, но скромные, аккуратные, хорошие, хорошее освещение будет. Вот эти все старые высохшие деревья мы бы дали по проектно-сметной документации выкорчаем. По словам членов комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды, вся проводимая работа будет выполнена за счет средств из федерального бюджета и не потребует финансовых вложений жителей. Все, что будет требоваться от горожан, это бережливое отношение, подчеркнули присутствующие. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».